все вы помните старую фишку с Руфом и Ланаей. Хорош, смотри, как вы хилились. А, жесть. Ну-ка, тушить меня будет, он хп вот сполняет, как жесть. Ой, РПхнул, красавчик. Ну это на вставочку, ВТФ. Привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». Все вы помните старую фишку, вот эту, посмотрите ее, конечно же. Помните эту фишку с Руфом и Ланаей? Сегодня мы попробуем это таки сделать. У меня дошли до этого руки. Мне сейчас только нужно будет объяснить своим тиммейтам, что я хочу сделать. И, конечно же, мы это попробуем сделать. Надеюсь, видосик получится интересный. Поэтому, ребятки, не скупитесь на лайк, поставьте лайк. И поехали попробуем то, что у нас получится добиться вот этого результата. Мне прям очень интересно, что вот у нас должно получиться. Юх, я готов. Я даже вообще, на самом деле, дар речи потерял, когда вспомнил эту тему. Нужен Руф. И Абадон желательно, напишем. С Абадоном тоже будем делать вещи. Под мой первый корни кидаются, и все по кайфу становится. Поэтому, ребятки, не забывайте, конечно же, смотреть старенькие видосы. А именно, почему старенькие? Это фишечки, какие-нибудь интересные вот эти рубрики. А что если какие-нибудь там, да? Вот, и, короче, смысл такой, что эта фишка должна работать, и должна работать очень жестко. А сейчас посмотрим, насколько она люта. Люта. 4. На подсейв меня. Под рефрекшн. Там от хил идет. С корней Руфа. Руф основная. Основная роль для меня. В общем, все вот эти видосы, да? Вы поняли? Поняли. Вы понимаете все. Ок. Это хейл. Сначала банти. Потом играем. Где? Вот так вот. Все. Разобрались с союзниками. С союзниками разобрались. Сначала баны. Я мид. Все, разобрались, ребят. Ну, в общем, смысл видосика крайне прост. Мы просто кидаем на Ланайку вещи, которые называются Living Armor и, конечно же, Aphotic Shield. И Ланая у нас становится, ну, теоретически неубиваемая. Но как это работает реально, на самом деле, мы сейчас и посмотрим. То есть, актуальная ли эта тема или нет. Сейчас посмотрим, как ее будет отхиливать. Ну, отхиливать ее будет там на 400 хп, спокойненько. Брать первым я не буду, пусть пацаны берут. Потому что нет смысла вообще мне газовать сразу. Берите. Я 3-4 пик делаю. Дазл там, хорошо. Хорошо. Хорошо, ждем пика. Я давно хотел сделать это видео. Давно хотел сделать это видео. И только сейчас у меня дошли до этого руки. Руки до этого дошли. И сейчас мы будем это делать. Прям жесть. Не забывайте поставить лайк на этот видос. Также смотрите другие видосы рубрики «А что если?», друзья. Чтобы не пропускать видосы, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, не забывайте, что у меня еще сейчас появился Boosty. Boosty. Ссылка также есть внизу. Boosty — это такая платформа, куда заливается контент. Туда, короче, я сливаю все стримы в 19 ПМСК, которые проходят и которые я блокирую на YouTube, да? Они там все сохраняются. Я их туда переливаю. То есть там по каточке выкладываю, либо целиком стрим, если там не было жестких авторских прав. Чтобы не мусорить на YouTube, чтобы все было красиво и аккуратно. Конечно же, эта тема будет стоить... Месячная подписка там есть. На 100 рублей. Всего 100 рублей в месяц, чтобы
видеть контент, закрытый контент, запрещенный контент, 18+, между прочим. Не, ну не 18+, но в целом эксклюзивный контент, можно выразиться так. Для кого-то это удобно, для кого-то нет, поэтому, ребятки, не забывайте, что такая тема тоже есть. Не обязательно там бежать, волосы назад, кричать, что я не хочу это, зачем ты заставляешь, я не заставляю. Кому удобно, те подписываются. Ребята, на самом деле подписываются, да. Некоторые говорили вообще, спасибо, Хен, наконец-то могу пересматривать стримы, потому что ты их вечно закрываешь. Так что вот такая вот тема, ребят, вот такая. Не ленитесь, заходите, смотрите. Пожалуйста, на здоровье. Также не забывайте чекать гайды. Гайды очень интересная вещь. Все, порекламил сам себя. О, довольный. Погнали. Так, ну в общем, по Ланайке все простенько. По Ланайке все простенько. Illidan. The hunt awaits. Блин, он взял Эмбера. Жесть, вот прикинь, да, Эмбер берет и сносит мой рефрекшн просто в ноль. Но зато меня сразу будет захиливать, если это будет... Если это будет недостаток хитпоинта, лютый. И Living Armor, у меня будет такой вау-буст эффект. Вот так вот, да? Это жестко. Син, руинер, конечно. Так, вардик возьмем. Кто на меду интересно будет? Сало. С салом тяжело будет стоять. Это же сало. Еще через единицу. Ой-ой-ой. Так, вот этого крипа надо как-то... Как-то добить, говорю. А его никак не добить. Эх. Оп, хорошо. Оп. Ох ты. Так, ну надо тут, походу, вот это брать. И вот это. Жесть, это через единицу с Эйленсер мне очень тяжело будет тут стоять. На самом деле, ребята, понабрали грязи. Что я тут буду сейчас хапать. Хапать, причем не по-детски. Но мне главное пытаться хотя бы что-то добивать здесь. Потому что это жесть. С салом стоять не такое уж и классное удовольствие. Просто ПКМы, Цешечка, Тешечка. Камбэкнем. Пока терпим. Пока терпим. Сейчас просто все, диски. О, еще и вард снял. Сразу диски и пошло дело. Диски и пошло дело. Гоу закинет кнопку. Прикинь, да? А, чуть восстанавливает хп. Living Armor еще слабенький, но хп по чуть-чуть восстанавливает. Чуть-чуть восстанавливает. Так, пойдем на руну пробежимся. Living Armor еще слабенький, его надо прокачивать. Living надо прокачивать. О, хорошая руна. Левел на руфе поскорее и будет нормален. Может, Мел качнем? Оп. Оп. Хорошо. Чуть попробивали. На руфе нужно в срочном порядке раскачивать тройку. Оп. Как же он хочет меня на сайленсере. Очень хочет. Пойдет. По крипстату пока все плохенько, ребят. Но работаем. Работаем, все получится. Все получится, как-никак с сайленсером стою. Сайленсер один из неприятнейших мидеров. Ману сожжет по тычку, тем более против милишника. Против милишника. Так, боковые лайны вроде все нормально. В норме, ребята, не фидят. Не фиди. Надо было мелк качнуть.
Реагаем. У него там маны немного, поэтому он перестал харасить. Хорошо. Мана кончается у меня. У меня ботл есть. Так что не паримся. О, нифига себе, эффект первого закончился, а у меня не дало ботл заюз. Ладно, у меня все равно два заряда. Два заряда. Инвиз. Инвиз сала. Хорошо. Промахи терроризируют меня. Так, сапожочек есть, кстати. Сапожочек есть. Сентрячок в меду упал. Ребята тушат там, да? Ну почти, наших тушат. Потушили, пацаны. Я пока фарманул, найс. Так, первый трэпчик заряжай. Первый трэпчик есть. Первым делом сразу же я вышел в ботл, чтобы как-то харос переживать. Как-то харос переживаем от сайленсера и нормалек будет. Харос от сайленсера. Надо переживать. For justice. Сапожок ему пришел, вижу, сразу ускорился. Геройчик. Nice. Ускорился. Мне кажется, я его не убью, но можно попробовать. Попробовать можно, я больно бью. Только надо лайн желательно подпушить поближе. В принципе, я уже все свое взял, да? У меня фазы уже. Ботл фазы перекайсил я. Ботл фазы. Все, куру крайнюю. Беру. Рефрекшн не нажимаю, потому что после моего рефрекшена сразу идет сжигание курса. Курса сразу же идет. Сейчас фазики придут и пойдем под тэшку. Постараемся забрать его. Хорошо. Регенчик, пацана. Вот так делаем. Хорошо, крипы сейчас подпушатся сюда поближе. Я тут еще один трап поставлю. Отлично. Два трапа рвануло. Жесть, это такое себе. Пойдет. Заберу. Сало не знает, что делает тут со мной. Дазл не успел, банально. Пойдет. Пока что пойдет. Два трэпа я зацепил, короче, микрой. Своей кривой. Своей кривой микрой. Но сейчас Сало, по идее, должен по КД. Вообще лучше сгонять куда-нибудь на боковой лайн. Сгонять на боковой лайн. И будет по кайфу. Hunt awaits. Внизу стоит вардик, так что кайфую. Сукс саппорт. Так, ребятам там надо идти помогать уже. Как пробило жестко. Хорошо. Так, я запаковался, можно чуть подстакивать. Сейчас. Подстакну. Интересно, если у них там нету варда, то я ж могу его убить. Он на руну-то по-любому идет. Гоу, попробуем. Попробуем. Если что, этот трэп взрываем, и потом этот. Пойдет он? Вард есть. Печалька. Долго сидеть я не могу здесь. Мне нужно фармить еду. Хорошо.
We're wasting time here. Tor Inasar, Thadanon. I can wait no longer. ХПшка не уйдет никак. Обычно Ланайка юзает пул ХП. А тут надо на лоу. Так, я могу попробовать стакнуть пойти. Успеваем, по идее. Надо боковые помочь пацанам. Драконозавр, пойдем драться. Сейчас еще раз мелдок возьмем. Хорошо. Хорошо. Так, боковые. У меня есть ТПшка, я с ТПшки пойду. В наглую, без руны. Я не пойду. Без руны я не пойду. Сало внизу. Пока ломаем. Пока внизу сало отдыхает. Хорошо, зафармили. Зафармили. Пока кайфуем, ребят. Пока что ничего жесткого не происходит. Фармимся на Ланайке. Отлично, ДДшечка. ДДшечка. Син 6 левел. Пойдем пробежимся. Ух, там Магнус РПшку хорошую поставил. Снайпер у ГГ, вот ЕС под вопросом. ЕС очень плотненький. Ты, ну я здесь, тут как тут я. Кату всадил я. Хорош. Пойдет. Закончилась мана, говорит. Закончилась мэгэ. Там рух подсейвливает нормально. Хорошо. Сейчас попробуем забайтить. Давайте ХП чуть сольем, да? ХП сольем. Забайтим на Ксина, да? Снайпер опять пришел. Фу. Нафиг. Хорошо, в трап зашел. Пойдет. Дагерочек выформили. Жизнь на меня корней накидали, я фуловый. У меня только что хпшек не было, а я уже фуловый. Лол. Это жестко. Роутер перезарядить. Ну хорошо, хоть не залагал до конца. Потому что видосик это дело такое. Нужно четенько, красивенько. Реконнектит. Ломаем тэшку. Надо хп себе подслить. Пойдем подеремся по красоте. Давайте вот так вот. Там на руне сейчас надо будет рунку забрать. Побежали. Поздновато. Мелда еще возьмем. Подбайтим. Промах. Да что ж мне так... Эти промахи терроризируют меня прям. КПшки надо слить. Вообще Рошу можно забрать, по идее. Вообще можно Рошу попробовать. Рошу попробовать. Там Ксин. О, РПхнул, прикинь. О, Роша. The guilty will suffer. The end draws near.
Рош побьем. Вардик стоит. Вардик, ты стоит. Вардик-то стоит. Я пошел на мид, короче. Не вижу смысла тут стоять. Три. Хорошо. Оп. Хорош, смотри, как выхиливается. А, жесть. Жестко. Выхиливаюсь по-страшному. По-страшному. Выхил. Выхил по-страшному идет. Так, у меня минус армора очень много. Очень много минус армора. Хорошо, хил пошел, зрить хп поползли. Жесткая тема. О, с ксином шутки будут тут уже не веселые. Эх. Вот взял ксина, да, пацан, кайфовать будет, пойдет. Ну ладно, ладно, ну красиво. ХП очень быстро поднимается вверх сразу после того, как я их подсливаю в драке, да, рефрекшн плюс ливинг армор. Жесть, как много делает. Жесть. Затяжные такие драки офигенным. Тем, что можно этой фишкой очень много делать грязи. Быть таким, знаете, блин, как это называется? Необычно, да? Необычно выглядит. ХПшка хорошо ползет вверх. Пойдет, катка интересная будет. Так, хорошо. Погнали дальше. Мы сейчас должны мелт прокачать до конца. И вообще героя надо прокачивать. И руфа прокачать. Тоже надо. Чуть левелочков поднять надо. Левелочки чуть-чуть поднять надо. Интересная катка будет. Прям прикольно работает все-таки. Все-таки прикольно работает. Не вау эффект прям супер-пупер, но этого достаточно, чтобы убивать. Достаточно. Реально, прикольно выглядит. Так, первое, что мы купим, это, конечно же, дезоль, скорее всего, ребят. Ну, ланайка с дезолем, это... Ланайка с дезолем, как-никак. Минус армор и ее фишка. Со второго спелла плюс... Плюс так, жесть, промах какой. Хорошо. Ребята внизу дерутся. Ну, пойдем поможем, наверное. Я очень далеко, нет телепорта. Ух, там РП красивая. РП красивая. Хорошо, левел апнули. Мелт тоже докачал. Ушел. Ладно. Оп, хорошо. С дезолем можно будет пойти поломать Рошана спокойно. Вообще дезоль должен был быть уже. Но я долго его фармлю что-то. Очень долго. Крипов мало. Очень мало. Хорошо. Плюс дазл ставил вард, я знаю. Трэпчик на меду не буду лопать. 400. 500 дезоль и погнала по красоте. Файтиться. Стараюсь всегда выфармить сначала основные артефакты, а потом, ребятки, помогать уже. Но вообще это как бы совсем неправильно, да, когда не помогаешь вовсе команде. Но в целом... В целом как бы меня обходят уже там. Вот чувак на этом, на ксине. Вещи делает какие. Смотри, смотри, что делают. Смотри, какое.
Таракан вонючий. Руфа подскосил и не дал стакнуть, прикинь. Закрыся. 300 золота. Ксин будет падать хорошо. У него, вот почему я его не пробиваю, у него дискорд там. Дискорд дает много армора. Много армора дает. Дискорд дает много армора. Далее что будем собирать? Скорее всего что-то в стандартик уйдем какой-то. Так, не дают дофармить. Я не хочу драться. Роковые надо фармануть, ребят. Фарманите, плиз. Пусть Абадон пошел там. Не дают дофармить. Эти файты бесконечные. Не дают закрепиться на каком-то определенном отрезке золотом. Там раз, опа, хорошо там. Опа, есть. Так, Дезоль имеется. Дезоль имеется. Гоу. Можно даже хп не пополнять. Оп, фул хп. А, найс. А, крестыча. Я думал, мне побольше восстановят. Я думал, мне побольше восстановят, но глобалку дали. Блин, надо в дазло прыгать. Я думал... Думал, побольше восстановят хп. В дазло надо прыгать всегда, крест. Эх. Ладно, будем стараться. Я какой-то... Кринж какой-то сделал, прыгаю. Но еще и глобал, глоба минусом. Надо идти. Глобалка минусом, надо идти. ХП мне восстановило, но мне ХП 200-300 сейчас восстановило. При том, что... Ну, сами видели. Куча, большая толпа бьет. ХП 200-300 мне восстановило. Этот фармит. Тяжело будет в лейтгейме, с ним придется, возможно, даже абиссал делать. Так, ботл, наверное, себя изжил, потому что слотов нету. Слотов нету. ЕС внизу. ЕСа я за 3 тычки убиваю. Его сейчас дазл хорошо засейвил. Прям хорошо-хорошо, выразимся так. Следующий артефакт какой, спросите вы? Возможно, тут будем собирать сейчас какой-то БКБ. БКБ какое-то. Да, лучше в стандарте что-нибудь, какую-нибудь манту изначально. Go. Go. Глобалки нет, можно задушить, мне кажется. Хорошо. Отлично. Отлично. Найс, дамага сыпется, да, по-страшному. По-страшному дамага сыпется. Хорошо. Пойдет. А рефракшн будет? О, надо уходить. Плюсую. Б. Жесть, мы что-то зашли. По-страшному вообще. Главное, руфа не отдать. А то я так зашел на кураже чисто. В наглую. На кураже. На кураже зашел, просто подпушил их всех. Давайте тут вот так сделаем. Вот это вот сюда. На кураже просто зашел, давай тушить их. Рошана изи заберу. Так, хорош, если башить так сильно будет, то не на изи. Хорошо, он уже апнулся, до 17 минуты надо выходить. Рошана.
Блин, там этот тушитель. Хорошо. Глобалку снова в меня. Да вы что? Четыре героя, блин, я хз. В четверых я не буду прыгать. Опять глобалку жмут. Но у меня фулл хп. Как на меня вот в половину хп не кинут Living Armor, я постоянно с фулл хп. Это жесть. На самом деле это реально жестко. Реально очень жестко. Реально очень жестко, на самом деле. Если так задумываться. Хорошо. Это реально очень хорошо. Аба, бери. Давай, давай, там сейчас заберем. Чего стоишь? Иди сюда. Хорошо. Ой, прилетел. Психанул, что ли? Хорош. Отлично. Так, 4000 есть. 4000 есть. Жалко, тут нету пики. Прикиньте, как кайфово она бы бустила Лунайку. Сина в РП норм. 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 Сина в РП норм. Потому что он улетает, нечему больше ловить. Его нечем больше ловить. Пойдет. Гопу топу. Я не хочу ХГ пока что ломиться, если честно. Не хочу ХГ ломиться, честно. Знаете почему? Потому что, ну, 25-я минута. В принципе, мы можем закончить. Но я хочу контента чуть побольше сделать. Поэтому иногда я стараюсь игры тянуть. Опять-таки, я это особо не озвучиваю. Потому что какой смысл 25 минут видосика, да? На Лунае. На Лунае 25 минут. 25 минут на Лунае видосик называется, да? Найс. Можно CU сделать на МС. По кайфу будет. У меня постоянно фулл хп. Постоянно. 400 хп не достает. Спокойно можно будет прыгнуть. Это да. Так, гоу. Три даешь? Хорошо. Ух ты, он фулл хп просто восстановил мне. Тупо фулл хп. Да, хорош. Криса. Криса, туда, гоу. Тут вард стоит, кстати. Оп. Три. Ну-ка, тушить меня будет. Он хп восполняет, как жесть. ХП восполняется на ура. Жал команды нету. Загоняю под сапами. Жесть. Три. Он хп поползли вверх. Просто жесть. Хп вверх, но там будет этот. О, РПхнул. Красавчик. Ну это на вставочку. ВТФ.
Одного я псиблейдом убил, а другого чисто с руки. Что? Я не буду пушить. Еще поплеем чуть-чуть. Go defense. Жесть, что за фигня? Просто там парень рпхнул. Я подхожу, даю 2000 гг. Я с руфа третьего просто хиляюсь. Реген. Регенчик. Сейчас пойдем с Некстом заходом ломать. Монета есть, да? Монетку заберем. Что Некстом собирать будет? О, смотри, браконьер. Закинул меня сетку. Поймал женщину. Даже крест не хочет кидать. Все равно загоню. Загоню его. Да, жесть. Хорош. Да ладно. Еще и трипл. Еще и трипл. Мне надо корни накидывали, чтобы на лицо, тогда, когда я хп немножко просажу. Тогда вообще пушка. Так. Херасу сделаю. Максимальный минус армор, ребята. Максимальный минус армор. Еще Керасу сюда сейчас добавлю. И Тараску сделаем. Кераса, Тараска. Такой билд на Ланайке. Если не через Дезоль, то билд немного другой будет. Сейчас будет очень жестко. Так, хорошо. Команда молодцы, делают все вещи. Жесть. Пойдем хп сливать. Чуть-чуть хп сольем. Чуть-чуть солью хп. Хотя можно в драке слить. Или в драке слить. Сало бегает с форсиком. Внизу там битва. Битва за сковородки. А, жестко доминирую. От команды раскачались. Очень жестко. Так, сливаем хп себе. Хп подсольем. О, найс, фиссура. Фиссура. Идет. Сейчас. Кдшки. О, пошли хп. Жесть. У меня хп сразу, мне дали фиссуру, у меня хп скаканули. Тупо. Тупо хп скаканули. Хорошо. Но это ГГ. Это ГГ. Фиссуру дает, у меня хп поднимаются. Пойдет. Пойдем пушить по чуть. Три даешь? Вот, вот так вот комбинация выглядит. Он хп поднимается, жесть.
Меня тупо что-то как будто регенит постоянно. Во, фул хп опять. Жесть. Это имбово. Это не сильно заметно, но это заметно. Это имбово. Это имбово. Не сильно заметно, но заметно. Пойдет. Ксин, конечно, такой, крысиный. Ломает там, вонючка. Ломает. Бежать за ним нет смысла. Бежать за ним нет смысла. Но у нас никто больше ТП не юзает. Поэтому надо идти дефнуть. Ремнант. Давай. Ульта есть? Жесть. Ну, мог достать, кстати. Ну, пойдет. Я хекс сделаю. Хекс сделаю. И по миду пойдем. Да, жесткая на самом деле тема. Но не так сильно это заметно здесь. Уже тем более late game. В начальной стадии, да, очень сильно заметно должно быть. Но опять-таки не сильно заметно. Ксин БФ купил себе. Я пойду хекс дотарю. Хекс дотарю. Почему хекс? Потому что ксин. На начальную стадию его ловить. По кайфам будет. Аегу даю. О. Сколько армора сейчас будет минусом? Тут у нас восьмерка. 15. 20 армора минусом должно быть. Ну, у Рошана свой армор есть немного. Поэтому. Ну, смотри, тык, 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 хп пополняется за каждую тычку. За каждую тычку хп пополняется. Ксин не в курсе, что у меня хекс есть. Хорошо. Прилетел прям ко мне. Прям в лапы. Прям в лапы ко мне. ХП ползут вверх все равно, лол. ХП вверх ползут прям хорошо. Есть. Тупо фуловый. Я тупо постоянно фуловый. При том, что у меня еще в команде есть хилеры. Но выглядит, если честно, неплохо. Реально неплохо выглядит. Реально неплохо. Он что там, куда в крип падал, что ли? Ливинг армора нет, а? А тут уже ГГ. Но жестко, все равно. С ребятами задушили. Жесткая катка получается. Ребят, в целом мой вердикт, что эта тема работает. Конечно, это работает на начальной стадии немного получше, поинтереснее. Покрасивее. Честно могу сказать. Потому что сейчас уже это не особо заметно. Уже особо не видно. Потому что как бы уже выиграна катка, да? Но все равно. Он колодец захилил просто. Просто тык-тык-тык-тык, раз, похилял. Похиляло. По красоте все равно работается. Можно пробовать с друзьями, почему нет? Но додумайтесь, как это будет делать правильнее и красивее.
Вы заходите в толпу, у вас половина хп, вы нажимаете Refraction, вам кидается Living Armor, и тогда вы на все 100% используете эту фишку. На все 100. У нас тут немножко так было, я постоянно full хп бегал, приходилось специально подсливать. Так что... Чё, полетишь? Не долетел. Чуть-чуть. Не долетел чуть-чуть. Так что эта тема рабочая. Рабочая. Ну, интересно все равно. Кому-то покажется скучно, но прикольно все равно. Тем более геймплей на Ланайке. Гайд на Ланайке. Первый спел у нас. Refraction называется. Данная способность позволяет блокировать весь урон. Весь урон. Абсолютно неважно какой он. Чистый, магический. По зарядам урон блокируется. Все вы это знаете, да? То есть там у нас дается, по-моему, 6 зарядов, если я не ошибаюсь. 6 зарядов, и каждый заряд может заблокировать любой тип урона. При этом мы можем хилиться, блинковаться, все делать. Хилиться, блинковаться, все можем делать под этой штукой. Оп. На М. На М нажали. Дядь, ты куда? Ты куда, дядь? Куда этот снайпер хочет убежать? Опа, пришел сейвитин. Дядька. Сначала тебя, потом снайпера. Хорошо. На, за всю боль. Хорошо. Он хп поползли, найс. Подсольем чуть-чуть хп. А зачем? Я слить хп хочу. Хп сливал. Так, ну-ка. Смотри. Под колодцем. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, хп под колодец уходят. Ксин там по низу работает, вообще жесть. Да, жестко на самом деле. Жестко. Порофлили. Не знаю, можно было бы еще одну катку сыграть, но это уже на ваше усмотрение, ребята. Напишите, вдруг еще захотите сыграть. С Ланай, да? На Ланай, чтоб я поплеил. Хз. Так, тройку даешь. Go. Ладно, пока сольем хп немножко. Он этому дал. Сейчас ждем. Давай. А, микроконтроль, опасная вещь-то. Все, хп, побежали вверх. Жесть, меня регенит. Оп, тычечка. У меня пол хп просто сразу становится. Ну не сразу, но по чуть, по чуть. Хорошо. Не торопись. Под мой первый надо кидать. Он хп как... О, хорош! Зафорсили такие. Ну хорошо, Сэнта меня убили, скоржи вернее. Не, ну жесткая тема, все равно рабочая, ребятки. Максимально рабочая тема, поэтому пользуйтесь. Видите хп как поднимает, это вообще страшная тема. Реально, хп очень жестко. Очень жестко хилит. Очень жестко хилит. Так, руку подсрубили, низ тогда толкну. Хилит где-то 500 хп. Плюс-минус. Я по низу пойду.
Там хилит вот сколько? 8 тычек, да? 8-8. Вот 560 хп должно восстанавливать с руфа. Плюс-минус. Урок полетела. Курочка. Хорошо, низ я подпушил. Самая хорошая будет тема, если сейчас они закупят что-то в курьере, и я солью его. Чтобы без возможности камбэка. И Васионы, талисмановичи. Чалька. Не успел я немножко. Не успел немножко. Хороша будет. Хороша будет сейчас. Чоксина там линка есть, готовит только. По низу. Сыроек. Красота на самом деле. Красота би. Побежали. Yes. Регенюсь сам вообще жестко под этим Living Armor'ом. Тупо, что у меня хп. Реген очень сильный. Реген сильный прям. Пойдет, го сюда. Байбека у меня нету, это плохо. Магнусу ГГ, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорошо, это минус будет. Мне просто напихали. Жесть. Пойдите. Пацаны, топ падает. Жесть. Пацаны люто начали камбэчить. Ну, позиционочка. Тащит. Сыр. Деф. Дефаем. Камбускнули, пацаны. Все же сильные. Да, ломать надо. Ломать надо, пацаны камбэчат. Камбэчат. Инвизик. Хорош. БКБшку сделать. Ну тогда хекс надо будет скидывать. Хекс. Скидывать, делать БКБшку. А если без хекса, то немножко плоховато будет, но опять-таки я никого не контролю. Никого не контролю. Ксин такой, ломатель. Ломатель. Жесть. Надо будет, скорее всего, рух ультовать тут. Зря не ультанул, мне кажется, забрали бы с некром там под хиксами. Под хиксами. Там снайпер Си, там, жесть, вообще много у них. Там дизармы. Фига себе. Это же серьезно. Это уже серьезная заявочка у пацанов. Серьезная. Так, у меня байбека не будет, да? Плохо. Байбека не будет, байбека. Вот та самая изюминка, да, в катке? Та самая изюминка. Сентри там по-любому стоит. Ждем. Сентри стоит по-любому. Сентри. Пацаны на победу решили играть, короче. Ага, отошли. Можно... Не, лотар я не буду брать. Можно был лотар, там сентри ставят против меня. Ксина зацепим сейчас. Топе ТП дает, он убиваем. По-любому дефит придет. Главное, чтобы у него линки еще не было. Линк по-любому есть.
На рипера посадим, будет кайфово. Линка уже. Хорошо. Линка там. Сбили. Хорошо. Поставишь РП? Промах. Хорошо. Отлично. Найс. Оу. Попробуем. Глифанем, если что. Пойдет. Глифчик. ГГ. Что-то пошло не так. О, Магнус. Души его. Хорошо. Залагал. Ломай. Чтобы на победку, точником уже. А то ребята в себя поверили. Ребят, ну в общем, вот такая катка на Ланайке у нас получилась с Руфом. Но довольно-таки интересная тема. Все равно это работает. Нету, конечно, такого вау-эффекта. Но я давно говорил, что такой видосик я хочу сделать. И вы также после фишечек просили, конечно же, этот видосик. Я оставлю ссылочку в описании на эти фишечки, ребятки. Не забудьте зайти, посмотреть, поставить лайк тоже. Там очень много интересного. Ну и, в принципе, всем спасибо, кто посмотрел этот простенький видос с геймплеем на Ланайке. С таким рофлом, что мы чуть сейчас даже и не проиграли. Ну, в принципе, пойдет. На этом все, друзья. С вами был Ксеназис. И до скорого.